Итак, сразу идет встреча, хороший пауэрслайд, подкидывание от Кельтаса и моментально First Blood на Диабло. Где-то я это уже видел. Отличный хук, One on War попадает в большую неприятность, однако тиммейты тут как тут, и приходится отходить к команде Team 45. Новости, к сожалению, сейчас должен погибнуть. Нет, One on War в итоге терпит фиаско и погибает также еще и Лидан. И это будет очередной килл. Большие проблемы у Кельтаса, однако великолепное подкидывание, возможно, его засейвит. Но нет, это очередной килл для игроков команды Team 45. Сразу идет энгейдж, отлично отзонили Диабло, приходится ему отойти, и Иллидан очень находится далеко в миспозиции, и очевидно его убивают. Что ж ты делаешь, друг мой? Ситный выживает с помощью Утера, просто обалдеть. Еще Синдра Госа пошла на контр-энгейдж. Великолепный бабл, хорошие руты, добивают Регару, стрейф также дамажит по РЛО. Хороший хук, однако это не поможет, разло. И бодиблок классический от Трала, и это очередной килл, дамы и господа, минус 4 для команды Team Mayer. Преимущество в целый уровень, дамы и господа. Хороший хук, однако здесь стоял Артас, раздается волк, мультишот, апокалипсис на развороте, ульта от Регара выхиливает на полное хп Снежка, и, но приходится отходить к команде Team 45. Отличное откидывание от Диабло, One on War в большой проблеме, однако идет раскол, сразу Синдрагоса, великолепный бабл до этого, минус 2 игрока, Регар и Лидан погибают, 2 в 0 размен. Пользу команды Team Mayer. И ой, какое перекидывание от Диабло сквозь ворота. Забирает все-таки одного игрока. Драгоса, моментальный гейдж от Диабло, идет врыв от Регара, ульта хорошая, Трал минус, Феникс просто настрелит по всем. Зачем Майти Гаст был сейчас использован? Апокалипсис также погибает Диабло, и это размен один в одного. Однако у Диабло была настакана пассивка, с помощью чего он сможет сейчас быстро перейти к своим тиммейтам и, возможно, помочь им. Погибает 100% практически Утер, здесь у него нет возможности для того, чтобы отойти. Валла очень далеко зашла, и Джеки Три сможет ли отойти, дамы и господа, и все-таки ловит, отличное перекидывание, и будет энгейдж, да, моментально вгрызается в него Иллидан, небольшие у нас проблемы здесь, у Иллидана просаживается хп наполовину, Артус пытается добить его, но даже инвена мне помогает этого сделать, и отличный шринкрей, просто великолепный, на Диабло вешается, прилетает фальстат, Майти Гаст откидывает своих соперников, разлом Астрала, практически моментально сбивается, транспорт закиливает его Рыгар, но этого не поможет, это будет минус, также погибает еще Иллидан, размен 2 в 1 в итоге, в пользу команды Майн. Хорошие руты, сразу используется Синдрагос, стреляет своих соперников, метаморфоза, использует все ульта от Диабло, Феник настреливает, умирает, в итоге Регар, очень плохая ульта от него, One of War тоже может сейчас погибнуть, но умирает Иллидан,
умирает также еще Артус, чейзит Диабло, хороший мантигас, но очень поздний, честно говоря, РЛО, великолепнейший хукба, Ельтасу, и это минус, хорошие руты дается от Драва, но не хорошего соперника, так еще умирает Павла, умирает Драв, и это будет тимбайк для команды 45. Подай ему бошку, блядь, убей! Пытается заингейджить. Идет Синдракоса. Движок, скорее всего, не уйдет. Будет ли ты? Да, руты от Крала. Сразу ульта от Рейгара. Замедление. Раскол. Будет ли руты от Шринкрея? Руты от Артаса. Или да, врывается в своих соперников. Апокалипсис успеет ли сработать? Нет. Метаморфоза продолжает чинить своих соперников. Или да, перекидывание идет по Тралу. Убивает Кельтаса. Убивает и также еще и Утера. Скорее всего, погибнет Крал. Минус 3 игрока. 3 подвала. Но это вряд ли поможет. И Фановар тоже погибнет. Это минус 4, дамы и господа. Размен 4-0. А хотя какое начало тимфайта. В очередной раз доказывает команда 45, что они достойны того, чтобы побеждать. Неужели в кору? Будет ли в кору? Это будет энгейдж в кору, дамы и господа. Время пришло, давно пора. Нужно расплититься. Шилды на 20%. Шилды сломлены. Минус 90%. 70%, 60%, 50%, метаморфоза, энгейдж, по полной, команда 45 выигрывает. Ну да, там очень интересная игра, действительно захватывающая. Просто нет слов. Игроки кидали, бросали, мы будто смотрели с вами баскетбол. Однако это Heroes of the Storm, где возможно все.